случае не приравниваем товарищескому матчу, потому что это была официальная игра, это игра за трофей. Надеюсь, что это нас закалит и начнем сезон с победы и уходим сразу. В команде появился новый защитник, бразилец, который уже на тренировках нашли с ним общий язык. Игровой имеется в виду. Находим потихонечку. На пропущенные голы в матче с Локомотивом, на ваш взгляд, вот что произошло, особенно когда ты с первым голом? С первым голом неправильно занял позицию, попал хорошо и не смог среагировать. Я думаю, полшажочка ближе к левому углу и спокойно отбил этот матч. Получилось, что отпуск у вас вышел всего неделю. Как вот за это время вы успеваете вообще отдохнуть и зарядиться свежими эмоциями? Да, в принципе, нормально. Хватило времени отдохнуть и перезагрузиться. Поэтому вполне свежим приехал на сбор и спокойно готовился к сезону. Сергей Богданович, скажите, пожалуйста, сколько времени готовы сыграть Сутармин, Дуглас и, соответственно, Барриус? Спасибо. Я думаю, Дуглас, в принципе, готов побольше уже сыграть. Что касается Сутармина, конечно, не так много в команде. Но я думаю, тоже функционально нормально готов и, в принципе, будет готовиться к игре. Что касается Барриуса, он только вернулся. Ну, в принципе, это игрок, который достаточно быстро набирает форму. И, в принципе, все они будут готовиться. Насколько кто сыграет, это посмотрим ближе к игре. Но они все будут готовиться. Это точно. О бразильце достаточно много было написано, да, и уже сказано, но хотелось просто услышать вот ваше мнение по первым тренировкам, насколько он уже адаптировался к команде, насколько он понял, во что будет играть «Зенит», и довольны ли вы им? Спасибо. Конечно, довольны им, не были бы довольны, не брали бы, что касается адаптации. Конечно, она требуется, новая страна, новый клуб, не так просто сразу же влиться. Но есть большой плюс то, что Дуглас уже поиграл в Европе, и я думаю, европейская адаптация у него прошла достаточно успешно, и мне кажется, что он достаточно быстро вольется в игру нашей команды. Конечно, потребуется какое-то время, чудес никто не ждет, но то, что это очень качественный игрок, который хорошо умеет работать с мячом, и достаточно качественный и с мячом работает, и передачи тактически неплохо обучен. Поэтому я думаю, для нас это усиление. И, в принципе, ждем, когда мы сможем уже посмотреть на него официальный матч. Пожалуйста, расскажите о ситуации с Сутармином. Как получилось, что он сначала внезапно перешел в Рубин, а потом перешел все-таки в Зенит, который вел его, по сути, больше полугода. И уточняющий вопрос. После перехода была информация, что вы связались с высшим руководством клуба и просили его все-таки выкупить Сутармина. Это действительно так? Спасибо. Нет, абсолютно. Ситуация простая. Мы были заинтересованы в игроке, вели переговоры. Для меня тоже достаточно неожиданно было, что достаточно быстро в другую сторону. Но Рубин так Рубин. Выбрал игрок по каким-то критериям. В дальнейшем, опять же, переговоры не закончились, продолжали контактировать на случай того, если вдруг какие-то есть варианты. Они обнаружились, и игрок решил прийти к нам. Я не вижу абсолютно никаких проблем. Что касается каких-то финансовых условий, здесь это не моя компетенция. Что касается выбора игрока, то у нас в стране никто, я думаю, Леша с удовольствием пришел в «Зенит». А что случилось или почему он изначально решил все-таки перейти в «Рубин» достаточно быстро, поменять какое-то мнение? Или, может быть, переговоры затянулись на каком-то этапе? Что подтолкнуло к тому, чтобы сделать шаг? Ну, я думаю, тут сложно сказать. Но в целом абсолютно никого. Никто никого не заставлял переходить, это точно у нас страна в законе, в отличие от хоккея. Да, там в хоккее, я уже одеваюсь, это ночь там пожестче немножко. А что касается футбола, естественно, все переходы согласие игрока. Иногда бывают конфликтные ситуации, там конфликт интересов. Сергей Иванович, еще раз Сутармина, но уже ближе к игре. Вы рассматриваете его в качестве защитника правого, там, четверки защитников? И если да, то в чем конкретно будут сложности? Потому что, наверное, сложности будут там на примере там других игроков нашей лиги, там с Скотницем, мы видим, что адаптация происходит достаточно тяжело.
Мы держим Увина, на данном этапе мы не планируем использовать Алексея в качестве правого защитника. Мы понимаем, что он играл справа в схеме с тремя центральными защитниками, но все-таки это игрок более атакующего плана, и на данном этапе все-таки мы его рассматриваем как игрока полузащитника. Естественно, там могут какие-то возникать форс-мажорные ситуации, и мы их будем анализировать, смотреть. На данном этапе он у нас атакующий полузащитник. Последний вопрос. Значит, Сергей Валерьевич, несколько слов об игре в воскресенье, о сопернике, чего от него ждать, и насколько, если это возможно, в оптимальной форме «Зенит» подходит к первому матчу чемпионата. С окончания начну, что, конечно, не в оптимальной, это абсолютно нормально, потому что короткая предсезонная подготовка, и европейские клубы начинают шаг за шагом набирать форму. Я думаю, через несколько матчей официальных уже выйдем на тот уровень, который нам необходим, и это нормально. Что касается матча, сейчас играть умеют абсолютно все, и, зная Григоряна, конечно, команду под его руководством всегда играет и активно, и агрессивно, и я уверен, что нам просто не будет, как в любом матче, который был в прошлом году и будет в этом году. Я уверен, что проходных матчей нет и не будет. А что касается нас, то мы, конечно, должны в каждой игре показывать максимум того, на что мы способны. И уже анализируя ошибки, двигаться дальше для того, чтобы в последующих матчах именно выйти на то качество и на тот уровень, к которому мы стремимся сейчас. Будет самый последний вопрос. 24. Сергей Богданович, какая ситуация с травмированными футболистами и теми, кто совершенно точно не сыграет? И когда ждать появления на поле Далера Кузяева? Есть ли какие-то сроки? С Далером пока сроков нет. Он работает в индивидуальной программе. Два варианта было: реабилитация или операционная, или безоперационная. Все-таки решили уберечь игрока и попробовать безоперационным путем пойти. Сейчас есть какое-то поступательное движение, но гарантии ни в чем. Так же, как и по срокам, пока это непонятно. Что касается Олега Шатова, то со следующей недели он начнет работать в общей группе. И, у нас по травмированным ситуация пока все. Спасибо. Коллеги, через пару минут выходим.